Скажите, это надолго? Возможно, надолго. Да. А вы мне денежки выпьете? Как-то нет. Ну, скорее всего, да. Все подождите. Да. Верните деньги. Какие деньги? За проезд. Какие деньги? Вот жалуются тогда. Кому жалуются? Если вы нарушаете, кому жалуются? Ну, так бы не остановили вас, наверное, да? Все время деньги возвращали, меня не довезли до места, мне до Мигалова нет вообще. Я что, должна два раза платить? Возвращайте деньги, или я вас вашему начальству позвоню. Звоните начальнику. Совесть есть или вообще нет совести? Нет совести. А, ну, похоже. Я вышел на работу, заработал. Не довезли меня до места назначения, не собираюсь второй раз платить, мне до конца ехать. Я знаю. Что знаете? Они должны останавливаться, я на конечной остановке проверку делаю. Ну, это к ним вопрос, а это ко мне, это вопрос к вам. Что они должны, я не знаю, я знаю, что вы должны делать. Я пенсионерка, буду два раза по одну сторону, 50 рублей, нифига себе. Это очень разные не было, чтобы родители на место не доставили и не возвращали деньги. Вам билет выдали на руки? Ничего не выдавал, он и не выдавал никогда. Вот билет где? Вот билет лежат. Ну это у вас билеты лежат. Да. У каждого пассажира должен быть билет. А где должен? У меня люди брали. Где они висят? У меня брали люди билеты. Вон где? Да никто вас никогда не берет. Не врите. Давайте мне билет за проезд. Давайте мне проезд. У вас есть билет? Может, вы вошли у меня только сейчас? Я да что вы говорите? Ну надо, как там? Не, ну вам все равно не стыдно. Это же на самом деле ваше нарушение. Ну вот вы как? Это же ваше нарушение. Ну, наглый как танк, ну и не объедешь. Ладно, получается штраф в первую очередь вы, а потом уже он.